Мы сейчас с вами находимся на центральной площади нашего города. Когда-то эта площадь была окраиной, называлась Соборной, и сейчас увидеть, что это окраина, достаточно сложно. Образцово-показательная экскурсия специально для журналистов. Проводит ее Кристина Перфилова. Опытный экскурсовод, она легко ориентируется в истории города, поражает знаниями и легкостью речи. Чтобы этого добиться, признается Кристина, заучить наизусть пришлось не один десяток краеведческих текстов. Но главное к делу – подходить с душой. Мой девиз такой – улыбка плюс здравствуйте равно хорошее настроение. Я надеюсь, что каждый гид для себя берет именно такую цель. Ведь он не просто знакомит, он погружает, он заставляет любить то место, куда он приехал. Кристина – одна из тех, кто будет знакомить с Самарой гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Миссия ответственная, так что и требования к экскурсоводам строгие. Важно, чтобы гиды знали об изменениях, происходящих в городе. Один за другим появляются новые арт-объекты, реставрируются памятники архитектуры. Задачу повысить качество экскурсионного обслуживания еще в начале года поставил глава города Олег Фурсов. Курсы повышения квалификации организовал Департамент культуры, туризма и молодежной политики. Семинары проходят по нескольким направлениям – история Самары, ее литературная жизнь и развитие спорта. Эту работу мы будем продолжать и в следующем году, и в 2017 году, потому что услышали тот запрос аудитории, который есть, и в наших возможностях максимально предоставить им более четкий, более грамотный и расширенный курс по повышению квалификации экскурсоводов. В этом году удостоверение о повышении квалификации получили чуть меньше трети всех самарских экскурсоводов. В следующем обучение продолжится, и к 2018 году к встрече гостей будут готовы порядка 200 профессиональных знатоков Самары. Валерия Макарова, Максим Гусев. События.